ожидали, что настолько так быстро все это будет рассмотрено. Для нас этот ФАП необходим, потому что здесь население стабильное, и оно увеличивающееся в этом населенном пункте. И то, что мы помощь, которую организовали на передвижном ФАПе, понятно, что 2 раза в неделю это недостаточно. Ну а если сейчас будет у нас конкретный стационарный, вообще прекрасно будет. Очень много стареньких людей, им очень тяжело добираться до ближайшего поселения, где есть врач-терапевт непосредственно, и туда приезжают и терапевты, и гинекологи, и обслуживаем мы всех там, конечно. Ну, выезжаем по первому зову днем и ночью, чтобы оказать первую помощь. И уколы, и какие-то манипуляции тоже приходится ездить по домам. Конечно, делаем все это. Но, а так раньше был ФАП, и было намного удобнее, и люди приходили сами.